Поехали на охоту в ночное время. Прибором я смотрел, волков стрелял все время. Этот раз тоже с ним я поехал. Вот. Он немножко выпивший был. Вот. Я его оставил на машине, сам ушел. Вот. От машины метров 500-600 ушел. Место нашел себе в темноте, где могу проводить эту охоту. Через час где-то появился след там, как зверь из-за бугра. Я произвел выстрел. Когда я подошел к этому месту, а там, оказывается, человек лежит. А у меня там налобный фонарик был, включил. А там, оказывается, мой сват лежит. Уже намертво упал. Вот так и случилось это.